Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев и Кристалин. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. В обороне соперника сегодня будет очень непросто. Итак, состав Марсель. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев и Кристалин. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. В обороне соперника сегодня будет очень непросто. Итак, состав Марсель. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев и Кристалин. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. В обороне соперника сегодня будет очень непросто. Итак, состав Марсель. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. В обороне соперника сегодня будет очень непросто. Итак, состав Марсель. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. В обороне соперника сегодня будет очень непросто. Итак, состав Марсель. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев и Кристалин. Луис Густав. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Неаккуратная игра на своей половине поля. Ну как же так можно? Теперь надо снова отбирать мяч. Но вне игры оказывается атакующий игрок. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Подача.